Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, LifeRobot. Мы в очередной раз продолжаем цикл серии обзоров и распаковок на фигурки LEGO. Сегодня в этом выпуске, а точнее в этом эпизоде, вы увидите фигурку LEGO Aquaman. Собственно, пришел такой вот пакетик с мини-фигуркой Aquaman из вселенной DC Comics. Собственно, вот так вот у нас выглядит Aquaman. Вот так вот пакетик. На самом пакетике мы видим маркировку 178-7. Вот, как вы видите, 178-7. Такая вот у нас маркировка. Так, и вот, собственно, такой вот у нас пакетик. Внутри пакетика у нас подставочка и все необходимые детали. А также вот его три зубец. Давайте непосредственно приступать к распаковке, к анбоксингу. Так, возьмем по традиции вот такие вот ножницы. И сверху здесь вот подрежем наш с вами такой вот пакетик. Так, такой вот прозрачный пакетик. Вот сверху здесь вот подрежем. Так, подрезали. Давайте-ка достанем все необходимые детали для сборки. В общем, достаем все детали. Так. Итак, у нас вот что у нас в комплекте. Так, как вы видите, подставочка застряла. И три зубец не хочет доставаться. Так, вот, собственно, мы все достали. Пакетик нам больше не нужен, поэтому берем в сторону вот все детали его. Так, итак, у нас в комплекте идет сама подставочка. Так, три зубец. И такая вот мини-фигурка LEGO Aquaman. Так, как всегда по традиции, у нас здесь три кисти руки. Вот одна просто запасная. Так, вот она, одна запасная, поэтому сразу же отложим в сторону. Приберем. Вдруг еще пригодится. Пакетик спрячем пока вот. Так, и давайте-ка приступать к сборке. Так, возьмем одну ногу, вторую ногу. Так, и соберем. Так, давайте-ка собирать. Вот такие вот у него, у Аквамена, зеленые штаны. Вот, как вы видите, такой вот у нас Аквамен с зелеными штанами. Во, ноги мы собрали, как вы видите. Так, теперь вот туловище нужно собрать. Так, вот туловище. Так, теперь руки. Так, левую и правую. Так, вот. Так. И вот так вот. Так, соберем. Так, вот собрали. Так, теперь кисти рук вставим. Так, вот кисть руки. Ставили правую, а теперь левую. Так. Теперь вот левую так вот ставили. И теперь берем вот так вот его голову. У него, кстати, одно выражение лица. Вот, как вы видите. Одеваем голову. Вот мы одели голову. И теперь вот такую вот прическу. У нас такой вот блондинчик. Вот такая вот у нас получается фигурка Аквамена из вселенной DC Comics. Вот, как вы видите. Давайте-ка посмотрим на трезубец. Вот такой вот у него трезубец. Вот такая вот фигурка LEGO Aquaman из вселенной DC Comics. Спереди у нас такой вот принт. Как вы видите, такая вот у нас чешуя изображена. Так вот у нас пояс еще и сзади. Такой вот как бы рыбная чешуя у него. Такая детализация. Видите? Такой вот у нас Аквамен получается. Вот он. Давайте-ка поставим фигурку на подставку. Поставим. Собственно, вот так вот у нас уже он выглядит. Собственно, вот такой вот у нас получается. Так. Аквамен
Вот. Неплохая такая детализация. Спереди такой вот принт. Сзади также вот такой вот принт. Собственно, вот так вот у нас фигурка выглядит сзади. А вот так вот спереди. Давайте-ка дадим ему в руку его тризубец. Вот такой вот тризубец. Такая вот у нас фигурка получается Аквамена. Вот поближе посмотрите-ка. Вот такая вот шикарная, просто потрясающая фигурка Аквамена из вселенной DC Comics. Вот, здорово выглядит, да? В принципе, на этом все. Также пишите комментарии, на какую мне следующую фигурку сделать обзор и распаковку. У меня есть фигурки из вселенной Marvel и из вселенной DC. Так что жду от вас комментарии. Посмотрите, какие я уже распаковки и обзоры делал на фигурки Marvel или DC. И напишите, на какую следующую фигурку мне сделать обзор на фигурки Marvel или DC. Следующее, скорее всего, пишите уже из Marvel, так как в этом выпуске у нас была фигурка из вселенной DC Comics. Вот такая вот у нас фигурка была Аквамена из вселенной DC Comics. Вот такой вот он злой у нас Аквамен. Ну, всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте палец вверху. Подписываемся на канал. Ну все на этом. Все. До свидания.